Некоторое время назад европейские дилеры вынужденно свернули продажи автомобилей «Лада». Последние машины пришли из России под занавес 2019 года, а еще до начала пандемии запасы продавцов полностью иссякли. Вынужденный уход оказался вызван не только новыми экологическими нормами Евро-6D, что дорого встали всем производителям. Вдобавок Еврокомиссия установила средние выбросы углекислого газа для модельного ряда каждой марки. Не имея ни гибридов, ни электромобилей, «Лада» не смогла выполнить пресловутый норматив 95 граммов СО2, ведь это означает расход всего лишь около 4 литров бензина на сотню пройденных километров. Потерю «Гранты» и «Весты» европейские продавцы «Лад» восприняли относительно спокойно, а вот по поводу старой «Нивы» начался большой шум. Так, европейский дистрибьютор «АвтоВАЗа», немецкая компания «Лада Deutschland», даже оформил официальную петицию. В свою очередь, инженер российского происхождения Юрий Постников заявил, что готов удовлетворить спрос европейцев, наладив мелкосерийное производство совершенно нового внедорожника на базе тольяттинского вездехода. К слову, доктор-инженер, как именует себя господин Постников, хорошо известен российским СМИ. Несколько лет назад он пытался доказать, что концепт «Вепер Next» — его идея, украденная Горьковским автозаводом. Однако прошлым летом арбитражный суд Нижегородской области признал, что сведения, распространенные Постниковым, не соответствуют действительности, а также наносят ущерб деловой репутации автопроизводителя. Но сейчас не об этом. Задумку вернуть «Ниву» европейцам поддержали весьма авторитетные люди — включая Владимира Ярцева и Антона Губу. Скажем, Ярцев является автором облика ВАЗовской десятки, а за Губой стоит компания «Суперавто», известная переделкой автомобилей «Лада». «АвтоВАЗ» сильно возмутился этим планом, пригрозив проекту судебными исками. И вот интернациональная группа специалистов под руководством инженера Постникова предъявила результат своей работы. Им оказался вовсе не уникальный внедорожник, а только лишь самую малость доработанная версия самой обычной «Нивы». Машина примерила большие колеса, светодиодную оптику и стальной обвес. За внешность отвечал как раз Владимир Ярцев. В салоне появились чехлы из кожзама на сиденьях. Как говорил известный мультгерой, маловато будет. Между тем, такие машины будут предлагать европейской публике по 20 тысяч евро за штуку. Для справки, в России обычная «Нива» нынче стоит втрое дешевле. Всего планируется сделать и продать ровно 50 экземпляров новинки.